До выборов в парламент 75 дней. Сегодня заканчивается один из важных этапов кампании – формирование окружных комиссий. Всего к выборам в парламент образуется 110 избирательных округов. В каждом из них в среднем проживает по 63 700 человек. Именно окружные комиссии будут определять порядок выдвижения кандидатов на территории каждого района. Уже завтра, после начала работы избирательных комиссий, потенциальные претенденты на места в парламенте смогут подать заявление о регистрации инициативных групп. Выдвижение кандидатов в депутаты стартует 3 июля и завершится 1 августа. Сами выборы пройдут 11 сентября. Продолжается визит в Беларусь парламентской делегации Таиланда. Сегодня гости провели встречи в национальном собрании. Беларусь заинтересована в выстраивании равных партнерских отношений с Таиландом, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Он отметил, Минск рассчитывает на согласованную политику в работе международных организаций и на упрощение двусторонних связей. Спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что для Беларуси Таиланд перспективный партнер, с которым страна готова взаимодействовать во всех сферах. На встрече обсуждались вопросы наращивания туристического обмена, в частности, шла речь об упрощении визового режима для белорусских граждан. Абитуриенты сегодня сдали последние тесты по всемирной истории новейшего времени и географии. На каждый из них пришло около 1000 человек. Результаты ЦТ можно узнать в пунктах прохождения тестирования и на сайте Республиканского института контроля знаний, а также с помощью СМС-запроса. Те, кто по уважительным причинам не сдал ЦТ в официально отведенные для этого дни, смогут сделать это в резервный 5 июля в БГУ.